Вчера в одной из деревень Красночитайского района произошел пожар. Погибли два человека. Сейчас ведется проверка. Во время пожара в доме погибла 43-летняя жительница деревни Кузнечно и ее 20-летний сын. По предварительной версии, они отравились угарным газом. Около 23 часов 27 ноября 43-летняя сельчанка заметила в задней части своего дома возгорание и сообщила об этом супругу, который тут же выбежал во двор домохозяйства за ведром, чтобы попытаться потушить огонь своими силами. Его супруга с 20-летним сыном позвонили и сообщили об этом в пожарную службу, после чего сами также пытались тушить возгорание внутри дома. Но буквально через несколько минут внутри строения произошел хлопок, и огонь практически сразу распространился на весь дом. Супруг пытался войти в дом, в том числе путем разбития стекла на окне, вследствие чего сломал запястье правой руки, но внутрь попасть не смог из-за сильного жара. Пожарные прибыли практически сразу, однако спасти женщину и ее сына не удалось. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются. Назначена пожарно-техническая экспертиза. В качестве одной из возможных причин специалисты рассматривают замыкание электропроводки.